В Индерском районе города Атырау, граничащем с Западно-Казахстанской областью, уровень реки Жайык превысил 10 метров. Критический уровень составляет 845 сантиметров. В настоящее время оперативный штаб перешел на усиленный режим и укрепляет возведенную дамбу повторно. В поселке Индербор по предупреждению паводков было возведено около 2 километров дамб. В связи с тем, что на сегодняшний день поступает слишком много воды, в некоторых местах снова ведутся работы по укреплению дамб. В них задействовано 12 единиц техники и 250 человек. В минувшие праздничные дни из-за паводков возникли трудности с обеспечением чистой питьевой водой поселка Индербор и села Аккала Илтайского сельского округа. Благодаря действиям районного оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям ситуация нормализовалась. В настоящее время по поселку Индербор и села Аккала мы полностью закончили работу в связи с трудностями, возникшими во время паводка. В настоящее время в селе Аккала постоянно подается вода 186 абонентам и в поселке Индербор 4524 абонентам. Кроме того, в целях предупреждения угрозы подтопления 7-километровой трассы в поселке Индербор, граничащей с городом Атырау и Уральском, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, ситуация в районе тщательно контролируется. На берегоукрепительных сооружениях организовано дежурство. В настоящее время ситуация по району стабильная. Уровень воды составляет 10 метров 19 сантиметров. Предельный уровень составлял 845 сантиметров. В настоящее время работы по охране дамб ведутся сотрудниками чрезвычайной ситуации круглосуточно. Кроме того, в Жарсуатском сельском округе и в селе Курулыс имеются опасные зоны. Сейчас ситуация полностью под контролем. Всего в регионе укреплено 522 километра береговой линии. Было уложено более 5 миллионов мешков. В случае прорыва дамбы для связи была запущена горячая линия по номерам 112 и 109. В самом городе уже подготовлено более 13 тысяч эвакуационных мест.